Первая причина стать медицинской сестрой – это востребованность профессии на рынке труда. Каждому врачу нужен квалифицированный ассистент, поэтому медицинская сестра всегда сможет найти себе работу. И вторая причина – это, конечно, социальная значимость, потому что медицинская сестра борется за самую главную ценность человека – это его жизнь. И спасая жизни пациентов, мы делаем их счастливыми и здоровыми. Главное – это помочь человеку вне зависимости от его характера, состояния и образа жизни. И молодым людям, которые выбирают данную профессию, следует это понимать. В то же время они должны понимать, что в их работе с каждым годом появляется немало нового, потому что, например, в советское время медсестра была только лишь исполнителем назначений. Сегодня же медсестра может участвовать в реабилитационных мероприятиях, скрининговых, а также вести пациентов дистанционно с помощью телемедицины. На сегодняшний день у медицинских сестер есть возможность повышения квалификации не только благодаря различным курсам либо семинарам, но также с помощью получения высшего медицинского образования. Основной целью обучения в ВСО является подготовка высококвалифицированных кадров, готовых занимать управленческие должности, заниматься педагогической и научной деятельностью. Основные задачи – это освоение медико-диагностических, лечебно-профилактических, реабилитационных, педагогических компетенций. Обучение по программе бакалавриата «Сестринское дело» отличается от обучения одноименной специальности СПО тем, что ориентировано на подготовку медсестры-организатора, руководителя сестринского звена, медсестры-исследователя, медсестры-преподавателя, медсестры для высокотехнологичной медицины, клинической медсестры с правом самостоятельных решений. Разница закреплена и в квалификации, которую приписывают выпускникам. После колледжа это медицинская сестра, медицинский брат. После вуза это академическая медицинская сестра и академический медицинский брат-преподаватель. Повышение квалификации и получение новых навыков и знаний. Расширение карьерных перспектив, возможность получения руководящей должности, а также повышение заработной платы. Для того, чтобы ответить на данный вопрос, необходимо изучить профстандарты. Выпускникам вузов остается также выбор профессии для среднего медицинского персонала, но открываются новые возможности. Такие как старшая медицинская сестра, либо медбрат, старший акушер-акушерка, старшая операционная медицинская сестра, либо брат, и также медицинский статистик. Также можно заниматься сопровождением и продвижением новых лекарственных средств или же фармкомпаний, и остается вариант преподавательской и научной деятельности на кафедре сестринского дела и также уход за больными. Наличие высшего образования, безусловно, повышает социальный статус медицинской сестры.